Чем могу быть полезен? У меня пропала жена. Она ушла и не вернулась. Расскажите подробно, при каких обстоятельствах это произошло. Мы отмечали Новый год в компании друзей. Произошло недоразумение. Я поцеловал ее подругу. Она обиделась и ушла. Вы знаете, куда она могла пойти? Если бы я знал, то давно нашел бы ее. Ну хорошо, сейчас заполнишь заявление, опиши ее приметы, фото обязательно. Как только будет информация, сообщим. Я должен задать вопрос. Она употребляет наркотики? Нет. Конечно, нет. Ну вот, кажется, все собрала. Так мечтала поехать на гастроли, а теперь не хочется оставлять семью. Катя, когда еще будет такая возможность? И потом, это всего на 2 недели. Я позабочусь о Лидочке и Гене. Тебе не стоит волноваться. Гене не нравится, что я уезжаю. Даже проводить не вышел. Ничего, он успокоится. Думаю сейчас о своей карьере. Только благодаря тебе я смогу поехать на гастроли. Yay! Мама будет скучать. Влад, кажется, мы нашли вашу жену. Она в первой городской больнице. Что с ней? Поезжай туда, там все узнаешь. Ох. Мне позвонили из полиции, что моя жена здесь. Что с ней случилось? Алена Орлова ваша жена? Да, это моя жена. 2 января ее привезли без сознания в состоянии передозировки наркотическими препаратами. Как? Что вы говорите? Кто ее привез? Этого не может быть. Алена не принимала наркотики. Кто привез, будет выяснять полиция. А насчет наркотиков вам стоит поговорить с Аленой, она уже пришла в сознание. Мы оказали ей первую помощь, но ей потребуется долгое лечение. И результат будет зависеть от ее желания бросить наркотики. Есть специальная клиника, где помогают таким людям, но лечение там платное. Не знаю, как такое могло произойти. Я хочу поговорить с Аленой. Потом зайдете, скажете мне результат. Пока Алена может полежать здесь. Алена, любимая, как ты? Я говорил с врачом. Он сказал, что ты наркоманка. Это какое-то недоразумение. Скажи мне. У меня был парень, Сэм. Я познакомилась с ним, когда училась на 2-м курсе. Помню, я как раз сдавала экзамены. Была запарка. И тогда он предложил мне таблетки, которые помогут находиться в тонусе. Я не знала, что это наркотики, а когда узнала, то было уже поздно. Почему ты мне ничего не рассказала? Я думал, что между нами нет секретов. Когда мы познакомились, я пообещала себе, что брошу. И все время, когда мы были вместе, я держалась. Но не проходило и дня, чтобы я не думала о них. И когда я увидела тебя с Кариной, то сорвалась. Прости меня, Влад, я подвела тебя. Врач сказал, что есть хорошая клиника. Там тебе смогут помочь. Я достану деньги. Если надо, то попрошу у отца. Я сделаю все, чтобы вылечиться. Мы сделаем это вместе, любимая.
Еще виски со льдом. Вот ты где. Наконец-то тебя нашел. Илона 10 раз мне позвонила, спрашивает, где ты? Я вижу, ты пьян, дружище. Это мое дело. Хочу и бью. Ну все, хватит напиваться. Давай я тебя домой отвезу. Я не хочу туда. Это не мой дом. Не моя судьба. Не могу ее забыть, все время она у меня перед глазами. Что же мне делать? Я понимаю тебя, друг. Поэтому я и один, как посмотришь на все эти страдания. Ну все, Антон, пошли, хватит уже. Ты вернулся уже, любимый. Ника. Иди ко мне. Как же болит голова. Антон, ты такой страстный. Не могу забыть прошлую ночь. О чем это ты? Ну ладно, не притворяйся, что ничего не помнишь. Оставь меня в покое. Пойду приму душ, я уже опаздываю на работу. Я буду ждать с нетерпением вечера. Дорогой! Влад, сынок, как же я рад тебя видеть. Папа, мне нужно с тобой поговорить. Поехали домой, там и поговорим. Давай лучше без посторонних. Что же ты хотел мне сказать, сын? Папа, мне нужны деньги. А я думал, что ты одумался и захотел помириться с семьей. Зачем тебе деньги? Мне нужно оплатить лечение для Алены. Чем же больна Алена? Это реабилитационная клиника для наркоманов. Правильно Светлана говорила, что с этой девицей что-то не так. Не нужно ее оскорблять. Она не такая, как ты думаешь. Я не хочу ей помогать. Я давно уже понял, что у меня нет семьи. Забудь, что у тебя есть сын. А деньги я сам найду. Очень аппетитно выглядит.
Ты очень вкусно готовишь, не то что Катя. Спасибо, Гена. Я рада, что тебе нравится моя готовка. Катя уже скоро приедет. Ну да. Ты все еще злишься на нее? Конечно нет, ты скрасила мое одиночество. Ну ладно, я пойду отдохну, а ты Лидочку уложи спать. Гена, что ты тут делаешь? Ника, я давно хотел сказать, что схожу по тебе с ума. Давай уедем, у меня есть деньги, я заменю твоему ребенку отца. Гена, что ты такое говоришь? Мой ответ – нет. Уходи с моей комнаты. Значит, какому-то мажору было можно. А мне, порядочному мужчине, отказываешь. Шлюха! Тогда убирайся с моего дома, чтоб я тебя больше здесь не видел. Я и сама уже хочу уйти. Больно. Девушка, что с вами? Сейчас потерпите, я вызову скорую помощь. Скорая, приезжайте скорее, здесь девушке плохо. Вызов принят. Бригада выезжает. Я девушку привез. Что с ней? Вы ее муж? Нет. Я просто проходил мимо и вызвал скорую. Она рожает. Тогда я пойду. Надеюсь, с ней все будет хорошо.